Привет, друзья мои! Очередных 6 километров прошел по достаточно жаре, чувствую себя чудесно. И вот решил для вас, вот только зашел и сразу вот с пылу с жару решил записать вам видео. Смотрите, мои драгоценные, заметили, какая интересная штука жизни? Вот в молодости мы полны сил, энергии. Что-то делаем, делаем много ошибок, экспериментируем, естественно, добиваемся чего-то. Вот. А уже с возрастом мы становимся мудрее, умнее, уже знаем, где подстелить соломки, а сил для развития, да, какого-то нету. Тело, это бренное тело, не дает нам возможности заниматься делами, развиваться материально и даже духовно, потому что когда болит, не особенно есть мнение думать о своем развитии. И вот название этого видео будет «Почему я благодарен своим болезням?». Я благодарен им за то, что они создали такую интересную обстановку, что в 2002 году я стал народным целителем, что с 30 лет я занимаюсь своим здоровьем, что я сумел на определенном этапе побороть опухоли различные. Это и в мочеполовой системе, и толстый кишечник, и легочные заболевания. Потому что сейчас у меня есть уникальная возможность, имея мои знания, заниматься собой, заниматься своим развитием, заниматься развитием Насти. Я имею на это силы, потому что я в состоянии пройти 10-12 километров по любой жаре, потому что полдня я занимаюсь спортом, потом записываю для вас видео, потом я занимаюсь с теми людьми, которые выходят на связь для занятий, и это чудесно. Поэтому, знаете, вот эта вот присказка, или как это сказать, если бы молодость знала, и если бы старость могла, так вот надо в молодости все сделать так, чтобы в старости вы таки да могли, а не были ущербными, больными и немощными. На сегодня все.